Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на пневмодрель для удаления точечной сварки при ремонте кузовщины в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных и электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 11 марта 2019 года. И стоимость такого девайса – $298. Доставка в Россию платная. $32.89. И общая стоимость для России будет $330.89. Ну, здесь только в чем прибамбас, что можно вот такую скобу как бы самому сделать и все. Такой механизм подачи идет. За рычажок нажимаешь и одновременно на воздух, и оно высверливает заклепку. То есть как бы вроде бы можно это приспособить, и если есть у вас просто такая воздушная дрель, можно вот эту приспособу пытаться сделать самому. Но это как для домашних мастеров. Профессионалам, я думаю, проще купить такую вещь и работать в удовольствие. А для домашних мастеров удовольствие в том, чтобы вот сделать самому такую вещь. Ну, лично мое такое мнение, и я так думаю, потому что такими занимаюсь. Это как хобби. Ну, добро, смотрим теперь стоимость доставки в другие регионы. Для России мы уже все выяснили. Теперь смотрим Беларусь. $94.27. Вот удорожается, получается такой гаджет для белорусов. Казахстан $94.27. И Украина $94.27. Ну, вот как бы в Россию это самый такой бюджет, ну, бюджетный. За счет доставки получается там на $50, да, с чем-то дешевле. Но повторюсь, вот почему бы таким не попробовать и не сделать это самому, да? Да, голову поломать нужно над этим. Ну так в этом и соль вся, чтобы придумать. Вот для меня лично так. Пускай я поломаю голову, но я это придумаю. Сделаю для себя своими руками сам. Повторюсь, если бы я был профессиональный ремонтировщик кузовщины, я бы покупал и все, такую вещь. Если бы это я знал, что это вот она будет целесообразно ее купить, она принесет мне быстрее сделать работу и какую-то выгоду. А чем быстрее сделаешь работу, тем ты получаешь больше денег. Если ты эту работу растянешь на 3 дня, такая сумма, на неделю такая сумма. И вот, чтобы получить свою сумму, нужно сделать максимально быстро. А я думаю, такой девайс поможет сделать это быстро. Вы были на канале «Поиск ручных и электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента.